Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео у нас только информационный характер. Сегодня у меня бокс без вложений. Хочу вам напомнить о нем, где у нас три вида заработка, плюс дают бонус ежедневно, и плюс у нас еще есть кран, который дает нам биткоин-сатошки ежечасно. Значит, мой рефер отсюда уже вывел, я с ним общалась, уже более 250 тысяч биткоин-сатошиков. У меня вот это основной баланс, минимальная сумма на вывод отсюда 20 тысяч. Как видим, мне до вывода осталось тут совсем ничего. Но я хочу его проверить на вывод, сейчас скажу, когда. После майских праздников. Включу календарь. Он включится. Так, что-то у меня ничего не включается. Ну вот после майских праздников, вот это 9 мая пройдет, все, хочу поднасобирать побольше сумму, да. Значит, на чем мы здесь зарабатываем? Да, вот календарь у меня включился. Сегодня у нас 6. Ну тут вот 9-10, ну вот уже, ну вот эту недельку я пособираю. И уже на следующей неделе я поставлю на вывод. Это я хочу все проделать в режиме онлайн. Значит, ну у меня нет сомнений в том, что он мне не заплатит. Как бы все хорошо, букс платит. Очень жирненький букс. У меня есть букс BitTraffic. Тоже хороший. Но вот этот BitPace, он переплюнул немножечко мой BitTraffic. Вот честное слово. Значит, ну есть с чем сравнивать, да? Значит, на чем мы в первую очередь я зарабатываю? Вот на первую вкладочку. Так, я нажимаю. По очередности я вам хочу показать. Значит, здесь от 30 биткоин-сатошиков даю до 10. Нажимаем вот на синюю вкладочку. Так, нас перебрасывает на страничку. Можно обратно вернуться. Идет отсчет времени. Так, давайте я пока поставлю на паузу. Секунда одна осталась. Все, у меня моя рекламка просмотрена. Далее нажимаем Next. Перебрасывает обратно на страничку. И опять по 30 сатошек, потом по 20, по 15, по 10. Ну, вот так вот. Так, следующий заработок. Обратите внимание, я вот на первый, да, заработок нажала. Далее идет второй, я на него пока не нажимаю. Нажимаю вот сюда, на флеш. По очередности я вам показываю, как больше заработать. Здесь у меня 27 рекламок, да, на сумму 205 биткоин-сатошиков. Я коротенькую покажу вам. Вот 5 секунд. Сама коротенькая. Здесь у нас чуть по-другому загружается шкала. Нажимаем close. 5 сатошиков начислено. Все, у меня рекламка просмотрена. После того, как я вот эту всю рекламу просмотрю и вот эту первую все просмотрю, только после этого я иду вот сюда на серединку. Потому как, если я вот здесь не просмотрю, здесь вот видите, одна сатошина. Одна биткоин сатошек. Значит, нужно просмотреть сначала вот эту всю, потом вот эту всю. После уже я иду на середину. И здесь уже дают не по одной сатошинке, а по 100 биткоин сатошков. И самое малое это от 300 выходит, 3 раза по 100, да, сатошиков. Это 300 сатошиков. Это самое малое. И самое большое мне давали 600 биткоин-сатошиков. Вот. Могут дать 300, 400, 500, 600, ну вот по 100 сатошиков. Ну, в данном случае вот сначала вот это просмотреть, потом вот это, а потом уже только сюда. И только тогда начнут давать по 100 биткоин-сатошиков. Здесь мы как разгадываем капчу. Значит, сейчас тоже покажу. Подтверждаем, нажимаем VIF, и здесь также загружается шкала.
как она загрузится, как вот в предыдущем, нажимаем на красненькую вкладочку такую, и нам засчитываются биткоин сатошки. Я уже не буду тогда просматривать, чтобы не затягивать видео, ладно? Далее, просто когда после того, как просмотрите, нажимаете Next. Так, далее, потом еще дают нам бонус. Бонус нам дается на пурша за баланс. Я его не собирала, сейчас начала собирать, думаю, пусть будет. Как бы, так. Мне тоже он дается, когда у меня все просмотрим мы. Так, вот разгадываем мы капчу. И тоже очень много дают сатошиков. Мне 200 с лишним давали сатошиков. И 30 сатошиков давали, не сильно много. Как бы по-разному. Так, далее что? И здесь биткоин кран дает нам ежечасно. Нажимаем вот здесь вот это Earn. Так, и смотрите, у нас Falcat кран. Нажимаем. Так, сейчас загрузится. И вот здесь мне на данный момент дадут сейчас 26 биткоин сатошиков. Это мы заходим ежечасно. Нажимаем на синюю вкладочку Collect. И все, мне 26 биткоин сатошиков насчитали. Возможно, дадут больше, когда я вот это все просмотрю. Я тогда и бонус получу. Как бы, и возможно будет больше начислений, потому что здесь можно выиграть очень много, не такую сумму, получить счастливый номер и выиграть более 1 миллиона. Здесь можно и 100 сатошек выиграть, как бы получить по-разному. Но сначала как бы показать оригинал, надо вот сначала на первую, потом на вторую прохожу, а потом сюда. Вот здесь уже начну давать по 100 сатошиков. Потом получаю бонус. И уже тогда вот, ну, нужно попробовать зайти на кран. Так. Вот кому интересно, друзья, пользуемся. Я после вот этих праздников поставлю на вывод. Так как вывод WinDraw выводится на прямой кошелек биткоин. Ни на Faucet Hub, ни на какие микрокошельки. На прямой биткоин кошелек. То, что я вот пообщалась со своим рефером, и как он мне объяснил, тут выпадет две графы, можно заказать сразу вывод, если вы, ну, как бы, чтобы моментально у вас вывелись у нас сатошики, то тогда снимают пару тысяч биткоин сатошиков, там 2-3 тысячи, да, тогда сразу приходит. Если как бы нам жалко отдавать немножечко этих сатошиков, то нажимаем на другую графу, строчечку, и тогда мы ждем 11 дней. И через 11 дней нам приходят как бы биткоин сатошики на биткоин кошелек. И минимум на вывод 20 тысяч. Ну вот это все, что я хотела вам рассказать, показать. Вот. Так, и реферальная ссылочка, кто не знает, я показывала в прошлом видео. Вот так, реферал. И так, это мои рефералы. Promotools. Сейчас страничка загрузится. И вот здесь находится ваша партнерская ссылочка. Так, ну а здесь баннеры. Вот, всем удачи, больших заработков. Буду делать видеообзор уже после майских праздников по выводу. Очень хочется, конечно, вывести и собственноручно, так сказать, проверить на вывод. И все это я хочу проделать в режиме онлайн. Если, конечно, это все у меня получится. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!